Станция Беломорская московского метрополитена открыта 20 декабря 2018 года. На действующем участке речной вокзал Ховрино. В 2007 году столичные власти сообщили, что Замоскворецкая линия будет продлена в район Ховрино и Левобережный. Предполагалось, что на линии за речным вокзалом появятся две новые станции – Беломорская и улица Дыбенко. Открыть станции планировалось в 2015 году. 1 января 2013 года градостроительно-земельная комиссия Москвы утвердила проект планировки продления Замоскворецкой линии метрополитена от существующей станции «Речной вокзал» до проектируемой станции улицы Дыбенко с промежуточной станции «Беломорская». Сооружение и ввод в эксплуатацию данного участка предусматривался к середине 2015 года. 9 июля 2016 года Марат Хуснуллин сообщил, что строительство «Беломорской» возобновлено. Открытие станции было запланировано на конец 2017 года. В ноябре 2016 года мэр Москвы сообщил о переносе срока открытия станции на 2018 год. 16 июля по 16 октября 2018 года для ускорения строительства Беломорской станция Ховрино закрывалась в 23:00 вместо часа ночи, как другие станции московского метрополитена. Станция колонная, двухпролетная, мелкого заложения, со стороной платформы. Ширина платформы составляет 10 метров. Оформление станции содержит отсылки к Беломорью, географической области в окрестностях Белого моря. Основными цветами на станции являются оттенки зеленого, темно-синий и белый, которые символизируют море, ночное небо и снег соответственно. Колонные стены Беломорской облицованы белым мрамором полоцкого месторождения. В нише со скамейками, которые расположены вдоль стен между некоторыми из колонн в центре станционного зала, установлено несколько панно с изображением Соловецкого монастыря, ансамбля Кижи и северных пейзажей. Пол станционной платформы покрывает серый сибирский гранит. Подвесной потолок станции имеет цвет морской волны. Название станции на путевой стене расположено на полосе зеленого цвета, выше которой располагается темно-синяя отделка, ниже – белая отделка. В будущем на станции возможна организация пересадки на станцию перспективной Молжанинской линии.